тренеров, и нашего главного тренера, и весь его штаб тренерский, и всех тренеров, которые делают это хорошее дело. Сам будешь тренером? Сейчас думаю, что да. Но смотря как они нервничают, я думаю, что нафиг это надо. Но мне, думаю, хочется. После выезда зайди, я тебя на бекончик покромсаю и карбонарку сделаю. I'm gonna find the light, which is making me shine. The smile of yours, I'll never sad no more. Girls with the nails done.
планировали. В принципе, практически сделали в первом году. Натянули. Тоже натянули. Особо это вообще. Кроме первых минут не было. Не знал, что делать там. Дальше пропустили. План, в принципе, работал. Да, вы так аккуратно бронились, в первый этап ни одного момента спартака. Что, в чем там сбой случился? Ну, уже разбирать момент был. Один игрок не доработал. Насколько тяжело было такой оборонительной игры, когда спартаки не ставились на это? Ну, вот, потому что это как раз немного проще. Проще, потому что игроки перестроили схему на 4-3. Поиграли под 15. Вот, там играли. Говорили, что для вас важно Краснодар и игра в воскресенье. Насколько в этом контексте вы проводите воскресенье? Ну, нет, довольно тем, что травм особых нет. Свежие те игроки, которые мы планируем на Краснодар, плюс-минус свежие. Многие поэтому, ну, кроме результата, все было неплохо. Вот такое впечатление. Без впечатления. Но не радуются, что поиграли. Будь частью команды. Подпишись на наш YouTube-канал. Мы Ростов.